Hallelujah, hey, ты утопишь ладьи, ударив волной, опрокинешь их кверху днищем. Мир, хей, человеку грозишь нежданной бедой, разлучишь ты его с жилищем. Мир, хей. Как башни старинной крепости высятся древние горы. Горы. Краса вселенной, опора неба. Если бы они могли заговорить, они бы поведали нам множество историй, горестных и смешных, счастливых и трагических, и среди них, возможно, и ту, которую мы хотим рассказать вам.
Выпускайте овец. Эй! Эй! Тяни! В колодце уже мало воды. Вижу. Уйдет вода, уйдем и мы. Вернись! Бог помощь. Спасибо. Давай помогу, а ты отдохни. Да я бы и сама могла. Тяни. А мальчонок-то подрос. Пора его к охоте приучать. Трудно будет одной. А разве люди наши не помогут? Мерет, вернись. Где дедушка? На охоту ушел. Здравствуй, проходи. Как охота? У тебя мумиё есть? А? Заболел кто? Беркут. А.
Вот, совсем немного. Я думаю, этого хватит. Деда, деда! Что такое? Он умер! Он умер! Успокойся, успокойся, не плачь. Он не умер, он погиб в бою. Как воин погиб. Не плачь, не плачь. Миретта копает могилу для человека, а ты птицу хоронишь. Это не для птицы. А для кого же? Для кого? Для воина. Твой Беркут всегда выходил победителем. Как же это случилось, что его погубил волк? А? Как случилось? Птица устала, а я пустил ее на волк. Но этот волк никуда не ушел. А что теперь говорить? Не успел я прийти Беркуту на помощь. Да. Человек часто не успевает прийти на помощь. В горах время появиться орлятам на свет. Завтра пойду в горы, да сопутствует мне удача. И Мирет пойдет со мной. Птенцы погнали его на охоту. Вот он и летит за добычей. А. Вот, внучек, здесь остановимся. Деда, деда, а ты раньше был здесь? Был, был. Еще когда охотился на снежных барсов. Но они сюда никогда не спускаются. Они живут высоко-высоко, подальше от людского глаза. Сегодня мы здесь с тобой переночуем.
А с рассветом я в горы дальше один пойду. А я? А ты? Ты с Осиком будешь здесь ждать меня, внучек. Потому что куда я пойду, Осику нашему не пройти. А оставим его здесь одного, он может чего-нибудь испугаться и убежать. А как мы тогда без него домой вернемся? Чего он может испугаться? Как чего? Камень вдруг сорвется. Зверь какой может напугать? А у тебя ружье. Ты вот что. Если завтра к ночи я не вернусь, то меня не жди, внучек. На утро уходи в аул. Почему ты не вернешься? Я, конечно, вернусь. Ты в этом не сомневайся. Но если почему-то не вернусь, не жди, возвращайся. Дедушка, зачем тебе орлята? Тебе уже трудно охотиться. Не ходи за ними. Внучек, они нужны будут тебе. Вот потому-то мы и отправились в горы. Ты будешь охотником. Ты мужчина, я умру, а орлята останутся с тобой. Я не хочу, чтобы ты умирал. Умирать никто не хочет. Но никто не может жить вечно. Орел убьет тебя на скале. Не ходи. Нет, я себя не дам ему убить. Вот, сейчас поужинаем и ляжем спать. Какими путями и куда ты ведешь человека? Над бездной, под самым небом, в жару и в холод шагает он за своей добычей, не помнит, что в каждый момент сам может стать добычей смерти.
Прости меня, мать птица. Я должен взять твоих детей. Я не сделаю им зла. Всю жизнь я был охотником, и вот ты, всемогущий, поймал меня в свои сети, чтобы я узнал, что чувствует пойманный зверь. Старый дурень, ты не только сам залез в ловушку, но и захлопнул ее за собой. Чего я боюсь? Это плачут скалы. Дедушка мне рассказывал. Скалы плачут от жары и холода. Чего ты пугаешь меня, ушастый?
Если я не вернусь, не жди меня. Уходи в аул. Пропусти меня, пропусти! Я же иду искать дедушку. У меня ружье. Это ведь мое ружье. Мирет меня не послушался, не возвратился в аул. Он пошел меня искать. Мирет!
Мерет! 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 Не ушел, не оставил меня. А вы что спите, поторапливайтесь, отары давно ушли. Хорошо, хорошо, идем, идем, идем. Неси кашу, неси. Ну, много! Все уже собрались, мы уходим, слышишь? Слышу. Счастливого пути. Я остаюсь. Да ты в своем уме? Ну, Рягды ушел в горы. Его нет третий день. Он знает, куда мы идем. Вернется, догонит. Он ведь пошел не один, внука с собой взял. Вода в колодцах кончилась, мы не можем ждать? Нет, я людей в беде не оставлю. Овцы без воды погибнут. Ты пойми, не будет овец, не будет нас. Из-за двух человек я не буду губить весь наш аул. Карахан, свое слово я тебе сказал. Уходите, я буду ждать. Дело твое. Поступай, как знаешь. Успокойся, успокойся. Оставьте мне что-нибудь.
А где дед? Деда пропал. Разбился. Нет, нет. Я не знаю, он ушел и не вернулся. Да как же ты мог оставить его одного в горах? О, горе! Ты плохой внук. Не плачь. Ты вернулся один? Да. А где твой дедушка? Вон там, он оставил меня, сам ушел высоко в горы и пропал. И ты его все дни искал? Да. Не нашел? Нет, нет. Не плачь, найдем твоего дедушку. Да что ты ревешь, как девчонка? Перестань плакать, будь мужчиной. Я пойду с тобой искать твоего дедушку. Говоришь, отсюда он ушел искать птенцов? Да, я дедушку больше не видел. Завтра мы его найдем. Станем кричать, и он отзовется. Я стрелял. Мне ответил шайтан. Это был не шайтан, твой дед. Он тебе отвечал. Неправда, он погиб. Орел сбросил его в пропасть. Перестань, не болтай глупостей. Дедушка жив. Он жив. Он не мог погибнуть. Никого не щадит. Даже горам жарко. Шайтан кричал в этом ущелье? Там, и там, и там, везде. Сейчас он нам ответит. Шайтан, наверное, испугался нас и прячется в другом месте. Да и нам надо прятаться. Видишь, какая туча? Гром гремит. Это шайтан наслал грозу. Бежим в пещеру.
о всемогущий! Пусть прольется дождь! Пусть тучи не пройдут стороной! Не спасли живительную влагу! Ты можешь только спасти меня! Давай руку. Сейчас, Никита. Карабкайся. Дедушка! Поверь мне, Мирет, дедушка откликнется. Высохла. Солнце выпило всю воду. Ну вот и ручей. Сейчас напьемся. Мирет, вода тут студеная. Ты пей. Осторожно.
Что это? Тропа. Доберусь до нее, буду свободен. Свободен. Вернусь в свой аул. Нет, ты ошибся, Мерет. Это не шайтан кричит. Это твой дедушка нам отвечает. Твой дедушка! А как мы его найдем? Голос слышен со всех сторон. Мы будем звать твоего дедушку, а он нам откликаться. И откуда голос? Будет доноситься яснее, туда и пойдем. Пора и птенцов кормить. Хороший, хороший. Лети, ну. Только бы у меня хватило сил добраться до тропы. Где же они, как долго его ищут? Может, они уже нашли и теперь возвращаются? Хорошо бы так. Все равно долго. Найдем, в аул не вернемся.
не думай, что у тебя уже нету сил. Выберешься на тропу. Выберешься. Создатель, ты дал мне силы выйти на тропу. Пусть она выведет меня к людям. Мы с тобой сейчас здесь вдвоем, никого больше нет. Зачем ты мучаешь меня, заставляешь страдать? Какие же еще испытания ты мне уготовил? Или же испытывать муки и страдания от рождения до смерти и есть вечный удел человека, и больше ему ничего не дано? Тогда уж лучше смерть. Эняси, я испекла лепешки, поешьте.
могут меня спасти. Большой засухи. И ты тоже здесь. Среди них. И почему ты плачешь? Я же вернулся. Тебя здесь вижу. Да, я тоже здесь. Я сорвался в ущелье, когда мы с твоим внуком пошли тебя искать.
А вот теперь ты сам пришел в наш мир. Я пошел в горы, и там чуть не умер. Но выжил и вернулся в аул. Я живой, разве вы не видите? Мы здесь все в мире мертвых. И ни один из нас уже к людям не вернется. Что ты стоишь у порога? Заходи, будешь вместе с нами. Нет, умирать я не собираюсь, поживу на этом свете. У меня внук есть. И дед ему еще нужен. Аня, Дурсун, вы меня слышите? Живые люди, доченька, Дайдук, Карахан, разве я умер? Люди ушли из аула, потому что в колодце не стало воды. Я ни в чем вас не упрекаю. Ждать тебя мы не могли, ты же знаешь. Мы жить не можем без овец, а им нужна вода. Чтобы род выжил, вы должны были покинуть аул. А ты, доченька, что скажешь? Разве я умер? А те орлы, которые меня принесли сюда на крыльях, они тоже мертвые? Да о чем он говорит, наш Нурягды? Никто из нас не видел орлов, ты пришел сюда сам. Да-да, орлов здесь и в помине не было. Без них я бы не попал в аул. Я отпустил их. Орлы — это вольные птицы. Отец, куда вы? В горы. Принесу в аул птенцов беркута. Тогда вы поверите, что я не умер. Видно, Всевышнему так угодно, чтобы все повторилось. Ну что ж, я готов. Дедушка! Разве я думал, что настанет день, и ты придешь на помощь своему деду? Деда!